Всем привет, с вами Поля. Сегодня я вам опять расскажу о своем доходе в прошлом месяце на фотостоках. Эта информация секретная. Фотостоки не разрешают рассказывать точные цифры своего дохода. Я просто об этом напоминаю. Поэтому я показываю всегда график, сколько в процентном соотношении продаж у меня было, именно что касается денег, и какие фотостоки у меня торговали. Вы увидите график и поймете, какие фотостоки мне принесли денег больше, а какие меньше. Также я сотрудничаю с принтшопами, и вот результат за прошлый месяц. Сначала я вам расскажу о принтшопах. У меня случилась первая продажа на Redbubble, и пришло вот такое письмо, в котором я увидела, что я получила 36 центов от продажи наклеечки. Наклейка стоила $2.77. Согласитесь, не так уж и дешево для наклейки. Вот они мне пишут, что засчитали 36 центов. В моем аккаунте цифра высветилась 34 цента. Видимо, 2 цента ушло еще на какие-то налоги, я так думаю. То есть у меня пока есть всего одна продажа на Redbubble. Это наклейка. И я покажу вам статистику посещаемости на Redbubble, которая у меня внизу в аккаунте, чтобы вы имели представление, сколько примерно человек в месяц заходит, вот, для того, чтобы совершить одну продажу. Конечно, у каждого по-разному. У меня вот по статистике от 10 до 25 человек в месяц заходит. Это, конечно, очень мало. Нужно повышать посещаемость, нужно грузить больше дизайнов. На Типаблик у меня было две продажи. Это футболка и наклейка. Я могу сказать, что на Типаблик, мне кажется, у меня вообще там дела повеселее. Конечно, это не такие уж и деньги, но все равно там хоть какой-то движ регулярный. И я сделала вам специально скриншоты статистики из Google Analytics, чтобы вы представляли, сколько у меня там посетителей. В течение месяца последнего, то есть в течение марта, от 1 до 6 человек в день. Заметьте, не в месяц, а в день. А за последние 90 дней вот, мы можем видеть, что доходило даже до 21 человека в день. То есть на Типаблик у меня почему-то там, конечно, как бы движение более интенсивное. И нужно стремиться на принтшопах увеличивать ассортимент, грузить, чего я регулярно не делаю, но тем не менее иногда все-таки пытаюсь. И, наверное, что-то как-то будет продаваться. Тем не менее, в принтшопах я вижу перспективу. На фотостоках у меня совершенно удивительная история. Но я сразу хочу сказать, что в марте грузила крайне мало, очень мало грузила, и поэтому на Dreamstam и на Adobe стоке у меня не было продаж. Зато меня продавали Pixte Vector Stock, помимо Shutterstock. Конечно, Shutterstock – это, можно сказать, царь и повелитель, тот, кто дает самый максимальный доход, несмотря даже на то, что происходит сейчас на фотостоках. Shutterstock на первом месте 80,8, на втором Pixte 10,7 и на третьем Vectorstock 8,5. Я на Vector гружу, мне вообще нравится грузить на Vectorstock, потому что я гружу через FTP, и когда я загружаю Vector, я просто гружу автоматически архивы и даже не захожу в аккаунт. То есть они мне присылают все время подтверждение, что мы приняли ваши файлы, они их там сами обрабатывают, размещают и даже что-то продают, на удивление. То есть я, конечно, очень довольна тем, что не нужно заходить даже в аккаунт, загрузили и забыли. На Pixte у меня очень мало еще файлов, я гружу мало, нерегулярно и даже не исчерпываю весь свой лимит, который у меня есть, но, конечно, надо грузить, я вам тоже советую, потому что все равно по мере того, как вы грузите, нет-нет, где-то что-то продается, доход неожиданно поступает, это очень хорошо, потому что когда не радуют основные стоки, я имею в виду Dreamstam, Adobe Stock, вдруг неожиданно поступает доход от других фотостоков. Доход у меня небольшой, но я ценю свой собственный доход, потому что это мой труд, и радуюсь любым продажам фотографий и любым поступлениям от принтшопов. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас обстоят дела на принтшопах и на фотостоках. Делитесь, пожалуйста, также своей аналитикой посещаемости на принтшопах. Хотелось бы как-нибудь совместно понять, какой там алгоритм и какую-то взаимосвязь между посещаемостью и доходом. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас успехи на фотостоках и принтшопах и планируете ли вы продолжать сотрудничество с ними.
Всем спасибо за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!